Или доброе утро, у нас идет дождь. И мне такой опять вопрос, даже упрек поступил. Что это ты так рекламируешь ислам? Что это такое случилось? Как же ж тебя прозомбировали? Что ж ты изменил всем религиям мира? Дорогие мои, мой ответ очень простой будет. Пока вот я только что дошел до школы, я только что сына отвел в школу, мы встретили, наверное, ну не знаю, 5 наркоманов. Люди обдолбанные. Так это день. Расстояние отсюда до дома, ну, идти минут 6 всего, да? По вечерам. Здесь вообще хорошая картина. Люди лежат на улице. Кругом наркота, шприцы, пьяные женщины с детьми. На детских площадках женские пьянки. Это новое такое веяние, это же демократия. Вот. Так вот я вам задаю такой вопрос. Назовите мне силу, которая может со всем этим скотством справиться. Полиция? Прокуратура? Советская система? Коммунизм, социализм, либерализм, иудаизм, христианство, буддизм? Нет, дорогие мои, эти вещи уже в прошлом. Они не могут, они не способны с этим справиться. Они утратили ту мощь, которая, так сказать, их наделял Бог. Пришла просто эра ислама, и ислам может с этим всем справиться. Он способен создать трезвую нацию без разврата и скотства. Я понимаю, что всегда в любой стране есть исключения из правил, но тем не менее, у человечества есть шанс. Другого шанса у человечества уже не будет. Поэтому я всеми силами считаю, что нужно показывать ислам, чтобы люди изучали это, изучали законы поведения, и чтобы их жизнь даже сейчас, сегодня, завтра наладилась в ближайшее время. Всем салам, салам!